Роман Васильев, номер 5, капитан команды. Артем Литвинов, номер 11. Вячеслав Полосин, номер 12. Александр Гончаров, номер 15. Алексей Маркашов, номер 16. Антон Куфанов, номер 22. Владислав Семенов, номер 25. Николай Остапенко, номер 34. Юрий Калутинников, номер 55. Алексей Яшкин, номер 55. Андрей Кузнецов, номер 77. Павел Кудовичев, номер 82. Игорь Вяткин, номер 87. Главный тренер команды Руслан Анатольевич Шуляк. Хоккейный клуб «Спартак». Виктор Золотарев, номер 1. Федор Черников, номер 7, капитан команды. Александр Владыкин, номер 99. Алексей Мигунов, номер 30. Эдуард Владимиров, номер 14. Вячеслав Антонов, номер 71. Михаил Грятов, номер 9. Александр Степанов, номер 1. Сергей Лагутенко, номер 5. Роман Ненатов, номер 8. Владимир Капитов, номер 37. Игорь Гречадин, номер 57. Роман Марков, номер 44. Сергей Поликарпов, номер 12. Александр Печорский, номер 8. Сергей Артенко, номер 3. Главный тренер команды Владимир Владимирович Сигунов. На сегодняшний матч работает бригада арбитров Костова. Алексей Сергов, Александр Маковский. За бригаду судейский комитет российской коллегии арбитров.
вся школа, Владимир. Передачи Вячеслава Антонова, номер 71. Гайра Горбачев, Александра Тупала, номер 1. Передачи Вячеслава Павловского, номер 16. Thank you.
Соболчук соперника клюшкой. Малым штрафом наказан игрок команды «Энергия» Юрий Камутинников, номер 55. Команда «ЛСК» играет в полном составе. За задержку соперника руками, малым штрафом, наказан игрок команды «Энергия» Вячеслав Полосин, номер 12. Thank you.
Краги-то мои счастливые! Передачи Сергея Лагутенко, номер 5. Шайбу забросил Роман Марков, номер 44. Команда «Энергия» играет в полном составе. За задержку соперника клюшкой малым штрафом наказан игрок команды «Спарта» Александр Лагутин, номер 99. Последняя минута второго периода.
за удар соперника клюшкой малым штрафом наказан в составе команды «Энергия» Вячеслав Полосин, номер 12. В составе команды «Спартак» Алексей Мигун, номер 13. Thank you.
за задержку соперника Грушевского. Наказанный игрок команды «Спартак» Сергей Поликарпов, номер 12. Команда «Энергия» берет 30-секундный перерыв. Наказанный игрок команды «Спартак» Вячеслав Волков, номер 71. 2 минуты до окончания третьего периода. Уважаемые болельщики, по регламенту соревнований последние 2 минуты третьего периода играются в формате чистого времени.
Команда «Спартак» играет в полном составе. Со счетом 2-1 победу одержала команда «Спартак». Уважаемые болельщики, оргкомитет турнира определил лучших игроков сегодняшней встречи. Ими стали в составе хоккейного клуба «Энергия-ЛС» автор заброшенной шайбы Алексей Маркашов, номер 16. В составе команды «Спартак» лучшим игроком встречи признан автор победной шайбы Роман Марков, номер 44.